В селе Екатериновка проживает более 500 жителей, большинство из которых – люди пенсионного возраста. Потребность в первичной медицинской помощи для них является одной из главных проблем. Но с открытием нового фельдшерско-акушерского пункта организовать качественную врачебную помощь стало возможным. В сравнении со старым – это небо и земля, как утверждают местные жители. Мы очень рады, жители села Екатериновка, что у нас открылся ФАП, красивый, новый, современный. ФАП оснащен новым медицинским оборудованием и мебелью. Есть все самое необходимое. В пункте можно получить первичную доврачебную помощь, измерить давление, сделать инъекцию, сдать кровь на анализ, пройти вакцинацию. На данный момент пункт работает 2 дня в неделю, но в ближайшее время заработают на полную мощность. По программе «Земский фельдшер» придет сотрудник, который будет помогать местным жителям на постоянной основе. Фельдшер в селе – это всегда была первой помощи, и всегда в любое время, день и ночь к фельдшеру обращались по любому поводу. Она должна уметь все. В новых медицинских учреждениях созданы максимально комфортные условия для сотрудников и пациентов. На постройку ФАПа было выделено финансирование в размере 8 миллионов рублей. По национальному проекту здравоохранения планируется построить еще 6 ФАПов в сельских районах до конца 2022 года. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УУПРАВДА ТВ.